Добрий вечір. В ефірі програма «Гаряча лінія». Сьогодні гість студії – провідний фахівець відділу персоналу Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області Євген Присяженко. Доброго вечора, ми раді вітати нас у нашій студії. До речі, пан Євген ще полковник Служби цивільного захисту у відставці. Говорити сьогодні ми будемо про вступ молоді до спеціалізованих навчальних закладів. Але перш ніж ми, власне, розпочнемо розмову, хотілося б дізнатись, чому саме зараз ми говоримо про вступ до вищого навчального закладу. Адже, ну, як правило, це відбувається навесні. Ми говоримо восени. Чому? Мені кожен раз при проведенні і вступленні в 2016-2015 году люди задают и на телевидении вопросы, почему мы так рано проводим профориентационную работу. Но это не является какой-то прерогативой, просто в наши вузы чуть-чуть другая система оформления кандидатов, мы их называем, или абитуриентов, для вступления в учебное заведение. Все связано с тем, что каждый кандидат должен заполнить определенные документы, вот, пройти в Министерстве внутренних дел проверку, сдать психологическое тестирование. И у нас такой экзамен в вузах проводится, как творческий экзамен, вот, дали название ему. Это сдача физнормативов. Бег 1000 метров, бег 100 метров и подтягивание на перекладине. А все эти организационные вопросы необходимо решать заранее. И вот мы практически до мая месяца занимаемся этими вопросами. То есть это достаточно такой период? Длительный период. Мы практически с родителями и с кандидатами до июня месяца работаем над тем, чтобы подготовить личное дело. И до 20 июня отослать личные дела на каждого абитуриента, кандидата, на приемные комиссии данных вузов. Ну, а дальше уже идет, как говорится, изучение этих личных дел. Мы стараемся делать, чтобы все личные дела были в полном комплекте, то, чего требует приказ государственной службы. И дальнейший уже путь, и люди едут на вступительный экзамен в июле месяце, это 20 числа, 21 по 23 число. Ну, то есть отличие вступительной кампании только в этом, да, в том, что вот длительный период, это проверка? Да, ну, я скажу, что не только у нас, это и в МВД, это и в СБУ, вот такая система оформления абитуриентов, поэтому и в этих данных ведомствах тоже вот заранее идет оформление абитуриентов. Наступление. Ну, мне понятно, почему в МВД и в СБУ. А с чем связана проверка в полиции для вашей службы? Государственная служба, наши сотрудники все служат. И, естественно, что и дают различные, ну, я имею в виду, выполнение всех распоряжений, приказов. Поэтому мы-то не подходим чисто под силовую структуру, но входим. В связи с тем, что у нас звание, а звание у нас от рядового до генерала, службы гражданской защиты звание. Поэтому выполнение всех требований это предполагает для того, чтобы были эти все проверки. А после окончания вуза все получают офицерские погоны, да, или все-таки... Да, после окончания наших вузов практически все, кроме... Ну, мы не затронули сейчас все учебные заведения, опережаем чуть-чуть события. У нас есть такое Винницкое высшее профессиональное училище гражданской защиты, где человек учится 2,5 года, а не 4, как в университетах и в институтах, вот, и получает звание прапорщик службы гражданской защиты. То есть это рядового и младшего начальствующего состава должность он получает. Все остальные, окончившие Львовский государственный университет, Национальный университет гражданской защиты, Черкасский институт пожарной безопасности, они приходят с дипломом бакалавра и в звании лейтенанта. За месяц до окончания учебного заведения им в учебном заведении уже присваивается звание лейтенант службы гражданской защиты. И он приезжает уже в форме, как положено, на распределение дальнейшей службы в гарнизоне. Ну, а в принципе, какие есть учебные заведения в целом по Украине, которые готовят специалистов для вашей службы? Значит, в нашей стране
существуют такие вузы ведомственные, как Национальный университет гражданской защиты, который находится в Харькове, Черкасский институт пожарной безопасности имени героев Чернобыля под юрисдикцией Национального университета гражданской защиты, Львовский государственный университет безопасности и жизнедеятельности, вот Винницкое высшее профессиональное училище под юрисдикцией Львовского государственного университета, и лицей есть при Винницком училище, лицей. Ну, лицеи мы, я думаю, что не будем сейчас затрагивать, это после 9 класса желающие ученики поступать в таком плане. Мы сейчас большей частью сориентированы и проводим профориентационную работу по нашим высшим учебным заведениям. На лицей достаточно упрощенная программа оформления, поэтому вот с весны, как гражданские, да, уже лица ученики начинают оформление, мы тогда лицеем занимаемся. Поэтому вот кого-то заинтересует и лицей, это если в 2017 году ученик оканчивает школу, то он может обратиться. Собственно, у нас есть небольшие видеоматериалы о тех учебных заведениях, о которых вы сказали. Я предлагаю начать с Винницы, а потом мы, наверное, немного о специфике каждого заведения поговорим. Вінницьке вище професійне училище цивільного захисту – державний навчальний заклад Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Навчання в училищі здійснюється на 7 циклах та циклових комісіях – пожежно-технічного обладнання та газодимозахисної служби, оперативно-тактичному, аварійно-рятувальної техніки та обладнання, організації служби та цивільного захисту, виробничого навчання, гуманітарної та соціально-економічної підготовки. Вінницьке вище професійне училище є навчальним закладом 3-го атестаційного рівня, що здійснює підготовку фахівців сучасної компетенції з галузі знань цивільна безпека за спеціальністю організація та техніка протипожежного захисту освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст. У навчальному закладі створено всі умови для здобуття вищої професійної освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування. Після закінчення училища випускники можуть працювати на посадах керівного складу місцевих пожежних команд, начальника караулу, молодшого інспектора державного пожежного нагляду, командира відділення, диспетчера аварійно-рятувальних, пожежно-рятувальних підрозділів та інших посадах, що відповідають освітньо-кваліфікаційним вимогам. Перш ніж ми продовжимо розмову, я пропоную вивести на екран номер телефону, якщо у наших глядачів є запитання до, ну, щодо вступу до вищих навчальних закладів, то можуть телефонувати за цим номером, обов'язково дізнаються всю інформацію. Евгений Андреевич, ну, да. Собственно, давайте продолжим об учебных заведениях. Я так понимаю, что каждый из этих учебных заведений, у них своя какая-то специфика. Вот мы только что посмотрели Винницу, Винницкое высшее училище. Чему там учат? Ну, большей частью специфика есть различия только между высшими учебными заведениями, университетами, академиями или университетом и вот высшим профессиональным училищем в Винницком. Поскольку, я еще раз повторюсь, с университетов, институтов выходит уже в звание лейтенанта и с дипломом бакалавра, то с Витинского училища выходят курсанты или уже выпускники, окончившие данное училище, с дипломом младшего специалиста. Вот. А поступление в вузы ничем не отличается, кроме там одного-двух экзаменов теоретических у Винницы и Черкасы, Харькову, Львов. И больше ничем. Так же самое на Винницу проходит психологическое тестирование. Те же нормативы и с тем же временем, секундами, минутами для Винницкого училища. Оформление документов идентичное. То есть большого различия я не вижу. Требования одни и те же. Скажите, а конкурс большой вот, в подобное у нас, заведение? Я скажу, насколько популярны? Мне, когда родители приводят
абитуриентов или своих дочерей и сыновей спрашивают, а вот какой конкурс и тому подобное. Мы никогда не то что не говорим, а просто нельзя сказать, поскольку каждый гарнизон, каждая область работает по отбору кандидатов по разнарядке. У нас с государственной службы приходит разнарядка на отбор кандидатов. Ну, чтобы понятнее, может, было и телезрителям, я скажу, что мы занимаемся отбором кандидатов за счет государственного бюджета. Есть еще форма на контрактной основе, а мы именно на государственную форму обучения. Что это значит? Это значит, что человек, который поступил на данную специальность в любом вузе, он не платит по контракту ту сумму за год, чтобы он учился. Второе. Ежедневное, ежесуточное проживание, бесплатное в общежитии или казарменное проживание. Третье – это ежесуточное, трехразовое, бесплатное питание. Хорошие условия. Четвертое – это стипендия. Ну, стипендия немного в меньшем объеме платится, как у гражданских вузов, поскольку связано это и с обеспечением форменного обмундирования, плюс питание и другие моменты. И самое главное, я считаю, это, ну, я, может быть, упустил, что еще форменным обмундированием прямо в вузе, уже заранее, где-то в августе, в июле месяце приобретается, каждый вуз знает, сколько он берет на бюджет, там 200-300 человек, приобретается форменное обмундирование для них, а не так, что люди поступили и не знают, во что одеть, кто. То есть все в форменном обмундировании, вы видели, курсанты находятся. И последнее, что не самое, самое главное, я считаю, это гарантированное трудоустройство. То есть каждый выпускник, который окончил наш вуз, он приходит на распределение и не остается в стороне. Мы ни одному выпускнику не можем сказать, что извини, но у нас вакантных должностей нет, и мы можем только посоветовать, обратись где-то в другие службы. У нас такого нет. Но каждый выпускник под надзором, мы докладываем в государственную службу. Не только, что мы гарантируем трудоустройство, а еще и должность какую-то в таком плане, на предварительное у них распределение в вузе, которое проводится в апреле-мае месяце. Поэтому вот такие условия. Родители, может быть, не очень понимают это, но я считаю, на сегодняшний день для родителей и для их сыновей и дочерей довольно прилично, что можно обратить внимание. Поэтому мы и заранее проводим профориентационную работу для того, чтобы отобрать достойных людей. Ведь не все же, которые приходят к нам, обращаются и хотели бы служить. Я уже сказал, мы обратили внимание, что они проходят психологическое тестирование. То и вот как психолог, да, и вот как психологи уже проведут с ними тренинг, они дают психологическую характеристику, как он, к чему он подвержен. Есть вопросы различные у психологии, вы же знаете, там и с обманами, и тому подобное. Ну, да. Каждый человек старается, считает, что это он правильно и тому подобное, а в конечном итоге вы характеристику психологическую получаете, что он непригодный для нашей дальнейшей службы, то есть определенные изъяны. Давайте снова прервемся, посмотрим о львовском заведении учебном. Героями не народжуються, героями стають. Майбутні герої навчаються у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. Це провідний вищий навчальний заклад України, який визнали в Європі. Університет готує фахівців у галузі охорони праці, інформаційної, транспортної, екологічної, пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту, які найбільш затребувані на ринку праці не лише в Україні, але й за кордоном. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності – це сучасна навчально-наукова база, європейська якість освіти, стажування за кордоном, широкі можливості для самореалізації, а головне – гарантована державою робота. Якщо ти хочеш здобути престижну професію та стати успішним, вступай на навчання до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
посмотрели львовяне, как сделали свой агитационный материал. Собственно, вот если говорить об законодательной базе, какова она для вступления в высшее учебное заведение? Ну, наша государственная служба по чрезвычайным ситуациям, она входит в состав Министерства внутренних дел. Практически приказы, изданные Министерством внутренних дел. Ну, а дальше, согласно инструкции государственной службы. Ну, вот в этих законодательных актах все и пишется то, о чем мы говорили, что почему мы рано начинаем работать и проводить эту профориентационную работу, потому что она под собой подразумевает вот определенную те действия, да, и прохождение психологического тестирования, сдача физнормативов. Вот, независимое тестирование должны ребята пройти. База меняется. Если 2-3 года люди пытались сдавать получше определенные предметы, было максимум 124 балла минимум набрать, то буквально 16-го года по предметам минимум по независимому тестированию кандидатам необходимо было набрать 100 баллов. Не менее 100 баллов, и он допускался. Но это не значит, что он мог поступить. Почему? Потому что с Украины со всей приезжают в вузы. Один приехал 150 или 140 баллов, да, а у него 100. Вот какой уровень, да? Он сразу же, как говорится, где он будет находиться. Поэтому приехала с Украины в вуз, там, Черкас или Харьков, 300 человек, а принимает на бюджет 150, да. Вот если он видит, что он там 155 или 160, это уже считай, что под вопросом поступления. Ну и вы задавали вопрос, там, сколько или какой конкурс там подобное, я немного устранился, то мы не говорим, какой конкурс. То есть у нас 50% поступает, а 50% со своими... Вот баллы, может быть, по независимому тестированию набрал мало. И у нас же специфическое поступление, что люди третий экзамен приезжают, и вот эти физнормативы не у нас, у нас они предварительно проходят, а именно там. Это как экзамен вот устный. Он с двумя устными. Украинская мова и литература в обязательном порядке не, в любой вуз необходимо. А дальше у нас, ну, 90-80% это математика. И чем выше они балл имеют по этим предметам, тем лучше. Ну и плюс физнормативы. Ведь здесь же уже в свои 17 лет люди большой вес набирают. Они ну, никак не могут пробежать. Поэтому мы уже на предварительных итогах, когда смотрим и родителям да, говорим, что просто он не вытянет. А там же десятые и сотые секунды. А какие специальности в этих учебных заведениях? И у меня еще такой вопрос по поводу гендерного равенства. Вы говорили, что и мальчики, и девочки. Да. А насколько у девочек популярны? Ну, вы знаете, у нас именно этот вопрос и больше движется, наверное, чем в стране, поскольку если так взять 3, 4, 5, 10 лет назад, то ни одной девочки не оформлялось, считали, что это чисто мужская специальность. Вот. Ну, я скажу, что раньше и не было таких специальностей, как вот на сегодняшний день. Есть экология, есть психология, есть охрана труда, транспортные технологии. То есть такие специальности, где женский пол или девчонки могут реализовать себя в дальнейшем, находясь у нас на службе в гарнизоне. Поэтому 8-10. Ну, если в общем взять 45-50 человек мы где-то посылаем в вузы, то 8-10 желающих девчонок, они проходят. Если по этим всем предварительным показателям, то, что я сказал, и поступают, и обучаются. Вот, кстати, еще, ну, в декабре месяце, 10 декабря, приходят два магистра. И кто? Девушки. Со Львовского государственного университета, гражданская защита, управление информационной безопасностью. То есть мы готовы принять этих магистров. Давайте посмотрим еще про Харьковское учебное заведение. У нас тоже есть материал.
Вони першими приходять на допомогу людям у найскладніших ситуаціях. При пожежах, природних катаклізмах, аваріях, техногенних катастрофах завжди в епіцентрі усіх надзвичайних подій – рятувальники. На плечах рятувальників лежить велика відповідальність за наші життя, які інколи залежать саме від мужності, витривалості та професіоналізму тих, хто обрав одну з найнебезпечніших та складних професій. Сьогодні в Національному університеті цивільного захисту України діють 5 факультетів – цивільного захисту, оперативно-рятувальних сил, соціально-психологічний, пожежної безпеки та техногенно-екологічної безпеки. На території Національного університету цивільного захисту України діє навчальний полігон. Його площа становить понад 15 гектарів. Тут моделюються різноманітні екстремальні ситуації. Дії при рятуванні людей на висоті курсанти університету відпрацьовують у спеціальному класі. У гірських районах або ж у містах після землетрусів та ураганів рятувальникам доводиться виконувати свою роботу в умовах, коли використання спецтехніки є неможливим. Рухатись на складному рельєфі, підстраховувати один одного, пересувати за допомогою мотузки – усі ці тонкощі вивчають тут майбутні рятувальники. Великої уваги в університеті надається фізичній підготовці. В числі вихованців закладу – чемпіони Європи та світу з гірьового спорту, численних видів одноборств. А ще життя курсантів університету сповнене багатьма яскравими подіями. Конкурси краси, виступи самодіяльних творчих колективів – все це робить навчання яскравим і незабутнім. Професія рятувальника не просто є важливою. Вона є необхідною. Адже саме рятувальник в будь-якій надзвичайній ситуації має вчасно прийти на допомогу і врятувати найцінніше, що є у людини – її життя. У Національному університеті цивільного захисту України навчають бути сильними, рішучими, мужніми, витривалими, справжніми професіоналами, які у будь-яку мить готові прийти на допомогу, ризикуючи собою заради порятунку інших. Ну, я смотрю, і чемпіони по гірьовому спорту, то есть такі фізична підготовка все-таки не на останньому місці. Да, іменно фізична підготовка большую. Ну, візьміть от вузи, да, може, це вас удивило і не удивило, но я сказав, що творчий екзамен, фізична підготовка. Наші сотрудники уже и курсанты учебных заведений, ну, постоянно со спортом связаны. Поэтому я всем и девчонкам, которые приходят на оформление, и ребятам говорю, кто идет за счет государственного бюджета и поступает, то есть они в стране не остаются, кто с художественной самодеятельностью занимается и развивает дальше свои способности, кто физически, вот в любом виде спорта, я... меняются люди, меняемся мы и тому подобное. Но вот на моем примере у меня два сына, они двукратные чемпионы мира, вот, заслуженные мастера спорта. И это какой спорт? Пожарно-прикладной спорт, вот именно наш, который культивируется. И служат это в Николаеве? Во Львове и в Киеве, да, в таком плане. Поэтому ребята, для ребят... Это специальность, ну, настоящая, мужская, и хотелось бы, ну, и я не обижаю девушек, они тоже становятся. То есть различные виды спорта, тренерского состава предостаточно в вузах, но любым видом спорта, которым ты хотел бы заниматься, ты всегда получишь развитие в дальнейшем. Евгений Андреевич, да. У нас осталось не так много времени, давайте в конце поговорим уже конкретно о том, да, какие документы, куда нужно их принести, что нужно собрать. И, наверное, давайте еще раз повторим номер телефона. На экран выведем, чтобы наши зрители могли обращаться за справками. Пожалуйста. По документам не так уж много, как говорится, первоначально. Это прежде всего прибыть к нам, улица 2 Экипажная, 1. Телефон есть, вы видите на экране. В районах, которые проживают и желающие, значит, они обращаются в государственную пожарную часть, а дальше им скажут, вот, дадут наш телефон и выйдут на связь. Они с родителями приезжают, мы предварительное
проводим собеседование с ними. Заполняют они всего лишь анкету, автобиографию и список родственников. Дальше мы работаем с документами, все копии, рождения, паспортов, родителей, сестер, братьев, родных и тому подобное. В дальнейшем пройдут в МВД проверку, там свои со школы возьмут характеристику, вот, то, что я говорил, психологическое тестирование по ходу зададут, И на этом, да, на жаль, пан Євген, так, у нас наш час вичерпано. Побажаємо успіхів нашим абітурієнтам, щоб вони гідно представляли Миколаїв у вищих навчальних закладах. На все добре. Дякую вам за те, що завітали до студії. Дякую за відповіді. Спасибо і вам, да. На все добре.